23 июля в администрации Десногорска прошел форум, посвященный экологической безопасности Смоленской атомной электростанции и города. В нем приняли участие специалисты и ветераны Смоленской АЭС, представители муниципальных органов, общественных организаций и волонтеры. Как отметил заместитель главы Александр Новиков, наличие такой мощной энергии рядом с городом, как атомная электростанция, вызывает у жителей и гостей региона вполне понятные опасения. Именно поэтому вся работа по контролю безопасности и экологичности в районе прозрачна и доступна массовой аудитории. Руководство города, администрация, руководство Смоленской атомной станции, руководство других предприятий проводится очень большое количество мероприятий, посвященных в первую очередь нам. Создание благополучной экологической обстановки на территории нашего замечательного города. Экологическая безопасность нашей территории, она неоднократно подтверждалась экспертными заключениями как государственных, так и негосударственных организаций экологических. Поэтому мы сегодня можем с уверенностью заявлять, что мы живем в экологически безопасном городе. В виде презентации была представлена наглядная демонстрация работы Смоленской атомной электростанции за 2020 год по осуществлению экологической политики предприятия. В нем конкретные действия сотрудников по организации эффективного производства с минимальным ущербом для экосистем. По результатам партнерских и инспекционных проверок в 2020 году отсутствуют значимые несоответствия и недостатки. Отсутствуют предписания, штрафы за нарушение требований в области охраны окружающей среды. Проверки 2020 года это подтверждают. Смоленская атомная электростанция и администрация города в сотрудничестве с волонтерским штабом организуют широкомасштабную общественную работу. Ежегодно на территории города и прилегающих природных объектах проводятся субботники и всероссийские экологические акции, к которым привлекается общественность. Хочется отметить, что в нашем городе живет много неравнодушных людей, которые готовы к взаимодействию, которые участвуют в субботниках, которые призывают гостей нашего города бережно относиться к окружающей среде. Потому что экология – дело каждого, и каждый на своем уровне должен нести ответственность за место, в котором живет. Отдел охраны окружающей среды Смоленской атомной электростанции планирует и дальше развивать экологическую грамотность населения с акцентом на детей и подростков. Главное – идти в ногу со временем и быть в курсе глобальной экологизации, внедрять передовые разработки и актуальные тенденции в работу концерна. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.